Будущий как Красноморского парнишка хотел посвятить себя христианскому труду и мечтал получиться на специалиста, но друг уговорил за компанию поступать в Астраханское мореходное училище. Товарищ так и остался на береговой службе, а солдат-срочник Олег Артемов попал в военно-морской флот. В должности помощника командира он стал первым в истории штатным священником 25-й дивизии атомных подводных войск стратегического назначения. После такого плавания офицером Артемова наградил боевые знаком за длительный поход. На должности помощника начальника по работе следующему военнослужащему служил в домовом храме во имя святителя Игнатия, совершал таинство над курсантами и командным составом. Глава епархийного отдела архимандрит Алексей благословил батюшку Олега отправиться в длительный рейс корабельным священником на исследовательском судне адмирал Владимирский. Походный храм во время плавания оборудовали в одной из неиспользуемых лабораторий. Кроме месту служения отец Олег быстро прибыл в место, и все, что он смог с собой взять, это иконы и церковная упор из собственного дома. Вторая кругосветка на адмирале Владимирском случилась в 2018 году, уже после возведения священника в сан Тротоиерея. Тут накрывали пассивные шторма, во время которых Евангелие и крест постоянно слетали в корабельные часовни с престолом. Несущие его назначали на географический приход в городе Новая Ладога. Военный священник погиб 24 марта 2022 года возле приграничного села Журавлевка под огнем, накрывшим духовно кормленным им подразделением ПВО, место расположения которого оказалось рассекречено разведка противника. Президентским указом он был награжден орденом мужества посмертно. 31 марта его отпели. На месте Александра Невского лавры епископ Кронштадтский, Назарий и епископ Саватий.